Победители регионального этапа Всероссийского конкурса в области энергосбережения ЕНЭС-2017 в понедельник наградил губернатор Павел Коньков. В этом году лучшими стали 6 проектов со всего региона. Лидер губернии отметил необходимость популяризации энергоэффективности и повсеместный переход учреждений на систему сбережения энергии. Хорошей традицией стало участие в конкурсе студентов Ивановского энергетического колледжа и Ивановского государственного энергоуниверситета. Их инициативность, свежий незамыленный взгляд, стремление внести свой вклад в решение задач государственного масштаба особенно востребовано сегодня. Энергетический колледж участвует уже 3-й год подряд и уже 3-жды становился победителем. Проекты учреждения среднего образования посвящены пропаганде энергосбережения. Студенты подготовили видеоролики, рассказывающие о том, какие лампочки нужно использовать и как экономить ресурс. Нашим студентов мы тоже учим этому, как правильно беречь электроэнергию, поскольку это будущие энергетики, и которые будут работать потом на электрических станциях, на подстанциях, как в Ивановской области, так и всей страны. Теперь для участников от Ивановской области наступает самый ответственный и волнительный этап. До 10 сентября конкурсные проекты проходят федеральную экспертизу. Выбор победителей будет проводиться путем открытого интернет-голосования. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.